Так, ну что, я вышел из отеля. Вот, кстати, позади мой отель. Вот это справа. Ламая Гестхаус. Сегодня 13 апреля. Новый год. Санкрат. Тайцы сегодня все на веселе. Два дня или три они празднуют этот праздник. Ну, в общем, как у нас Новый год, то же самое. Только тут обливаются все. Ну, в общем, сейчас вот буду идти по улице снимать. В общем, будете видеть. Все, в общем, такие нарядные. Я тоже вот решил рубашку надеть. Потому что все тайцы в рубашках красивых. Кто в платьях, кто еще что. Ну, в общем, так весело сейчас все везде на улице. Поэтому поснимаю сейчас, покажу вам, что происходит. Мотобайк предлагают. Вот они все сидят, это туристы. Ну все, понеслась, короче. Сухим мне не выйти. Сухим мне точно не выйти, ребята, сегодня. Все, я уже мокрый. Не успел выйти из отеля, уже весь мокрый. Думал, хоть может чуть-чуть вымыть. Вон они что творят. Ну давай, намажь. Я, правда, не знаю, что это означает. Алло, привет. Давай, чуть-чуть, давай. Что обозначает вот это вот талька, то что они мажут, наверное, тоже что-то значит, потому что водой они как бы смывают всю грязь, что ли. Ну типа в Новый год с чистой совестью, я так полагаю. А вот талька, я не знаю, что это означает, наверное, тоже что-то значит. Вот они везде стоят, спереди сейчас тоже. Да, готовил. Thank you. На самом деле солнце очень здесь жгучее, пипец. Буквально часа хватает, чтобы сгореть напрочь. Поэтому макушку приходится либо мазать, либо покрывать. Я кепки не ношу, поэтому приходится обильно мазать кремом голову, прям даже через волосы. У меня сейчас волос нету, короткие. Вот. Это целая бочка стоит. Hello. Hello. Даже лоб намазываю. Самое главное, чтобы в глаза не попало, как тальк. Он слишком очень склеить начинает. Он вообще бывает мятным, таким смятым оттенком.
когда попадает в глаза, вот этот мятный тальк прям начинает щипать. Будем надеяться, что мне в глаза его не нальют. А, холодный, холод! Блин, холодная вода. Вот некоторые даже жестят, они прямо лед насыпают в воду, в эту бочку. И она прям леденючая. Кто-то не такой жестокий, некоторые тепленькой поливают. Поэтому более комфортно, когда тепленькая водичка, конечно. Вот такое раздолье для тайцев. Ну и для туристов тоже поприкалываться, пострелять друг друга. Весело. Вот почему Таиланд лучше, чем другие страны. По крайней мере, страны Азии. В Таиланде всегда весело. Не только на Новый год. Тайский Новый год. В прошлом году было намного больше народу, не знаю, может еще пока не время, но мы днем приходили. Хотя, может, это будет завтра много народу, сегодня поменьше. Ну да, без этого не обойдется, конечно. Кап-н-кап. Thank you.
Алексей Геннадьевич, ну как шел? Ну все, мы пришли в логово змеи. Ну как бы обычно, ничего особенного.